18 апреля 2022 год. Вот встречаю тут одного брата Николая и Надежду Васильевну. Сейчас увидим, где они находятся. Мир вам. О, Надежда Васильевна. Собственной персоной. Мир тебе, брат. Давай я тебя принимать. Здравствуйте. Привет, Джон. Пускай, пускай. Ладно, давайте, давайте, пускай. Все, да? Спасибо. Что-то еще? Благодарим вас, дай Бог вам доброго здоровья. Спасибо. С Богом. Ну, нет, тебе, брат. Спасибо. Так, что приехал. До свидания. До свидания. Ну все. Кто может? Мне Жазина. Привет. Ага. Слава Богу за все. А где твоя машина? Вон там стоит, вон. Видишь, горят. О, вот габарит. А вы говорили, что с другой стороны. Нет, с этой. Только с этой. Так, что брать-то? Не знаю даже. Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя. Ну вот сегодня 18 апреля. Встретил брата с поезда. Надежду Васильевну встретил. Надежда Васильевна пошла к своей сестре Нине Васильевне. Там у нее будет ночевать. А брат сейчас вот здесь будет. Там на крючок, брат. Ага. Сейчас я пойду голубку сразу отнесу. Вот. Мирно. С миром принимаем. Проходи. Слава. Да, слава Богу, это точно. По милости Божией. Еще с такой экстремальной поездкой это. Все. Да, все, проходи сейчас. Тут я. Ага, будешь сейчас. Спать, будешь спать на нижнем этаже, я сплю на третьем. Ага. Вот здесь вот. Да. Угу. То у меня, я там тоже на ползунова на третьем сплю. Вот здесь вот расположишься, расположишься. Ага. Вот здесь вот. Так, а куда идти? Сюда, в сторону? Да, просто в сторону. В эту сторону? Да, 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 в эту. Ага. Там потому что к умывальнику подходить надо. Ага. Ну все. Слава Богу. Как в поезде-то проехали-то? Да нормально. Нормально? Здесь-то нормально. Ни с кем не беседовали, ничего? Надежда Ивановна. Надежда Васильевна? Да, Надежда Васильевна ходила. Раздавала. А Евангелие, что она раздавала? Да, она Евангелие. Он молодец, она вообще в этом отношении. Ну ладно. Слава Богу за все. Аллилуйя.